Hello, мальчишки, девчонки, Владимир Деркач Деркаченко, ваш тургид в английском языке, представляет свою старую книгу, которая называется «Английские зубрилки». Вот так она выглядит, можно купить на Озоне, на Reader.ru, вообще на всех российских сайтах, русскоязычных сайтах и т.д. А смысл ее заключается в том, что вы должны повторять с помощью метронома достаточно долго и те же самые слова. И вы увидите, что у вас мозг потихонечку, он же, знаете, такой пластилиновый, он должен адаптироваться изначально, а потом уже продукт свой создать и потом уже его предоставлять. Не бывает такое, чтобы ваш мозг что-то взял и тут же отдал. Нет, к сожалению, есть период инкубации. Итак, смотрите, как это работает. Итак, включаем метроном. 100 ударов в минуту, ну, чтобы не заснуть, знаете. Открываем книжечку. Ну, допустим, я взял вот эту вот. И начинаем читать. The first Spaniards, the first Spaniards, the first Spaniards too. The first Spaniards too. Spaniards too, Spaniards too, Spaniards to encounter. Spaniards to encounter. The first Spaniards, the first Spaniards, the first Spaniards to encounter. Ну, в общем, я теперь понял, что первые испанцы, которые повстречались, пока еще не понял с чем, to encounter the Inca. Encounter the Inca Empire, encounter the Inca Empire, encounter the Inca Empire in 1528. In 1528. Если я понял содержание предыдущих слов, я могу передвигаться дальше. Если мне хочется произношением все-таки позаниматься, ну, я продолжаю тогда. To encounter, to encounter, to encounter the Inca, the Inca, the Inca Empire, the Inca Empire, the Inca Empire, the Inca Empire, Empire, the Inca Empire, the Inca Empire, the Inca Empire, Empire. Ну, короче, вроде бы так неплохо звучит. Продолжаем дальше. Мне интересно даже, вот, значит, первые испанцы, которые повстречались с империей Инка в 1528 году. Идем дальше. Found an astonishingly, found an astonishingly, 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 astonishingly. Трудное слово. Трудное слово astonishingly. Удивительно, да? Astonishingly. Удивительно. Astonishingly, 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 astonishingly. Из Эстонии они что ли были? Ну, кому как нравится, знаете, я читаю через А. Мне нравится, например, available, amazing, astonishingly, potato, potato, actually, potato. Кому-то нравится astonishingly, apple. Ну, у кого у всех свои наворочки было в голове. Astonishingly, astonishingly sophisticated civilization. Astonishingly sophisticated civilization. 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 The first Spaniards to encounter the Inca Empire in 1528. In 1528, found an astonishingly, astonishingly, astonishingly sophisticated civilization. Sophisticated civilization. Astonishingly sophisticated. Astonishingly sophisticated. Astonishingly sophisticated civilization. 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 Короче, это была не реклама. Значит, что я хочу сказать? 5 минут в день вполне достаточно. Продолжайте заниматься. Через некоторое время увидите удивительный прогресс.